Хорошо. Ну, а молодец, молодец, умница, да. Около 2 лет назад жителям микрорайона «Зеленые аллеи» удалось воплотить мечту и добиться выделения земельного участка под создание площадки для выгула и тренировок собак. Все получилось благодаря содействию местной управляющей компании и депутата по этому избирательному округу. Это место, где собаки могут там между собой, да, подружиться, побегать, да. Соответственно, здесь конкретно собаками занимаются. Тренируют их, да, поиграть там мячик, палку и так далее. И что я хочу отметить, что есть целая команда инициативной группы, которые организовывали эту собачью площадку, и они строго за ней следят. У активной группы собаководов даже есть специальный график посещения площадки, чтобы питомцам было здесь комфортно. Долгое время на территории можно было играть и заниматься лишь собственными подручными предметами. Их хозяева приносили с собой. Но люди не переставали верить, что однажды власти услышат их просьбы об установке специальных тренировочных конструкций. И летом этого года еще одно желание любителей животных исполнилось. Мы обратились с депутатом нашим, Гаевской Марии Викторовны, к первому заместителю главы района Альберту Александровичу. И он помог нам в осуществлении наших желаний и мечтаний. И установили нам МАФы. Да, вот, для того, чтобы мы могли полноценно уже заниматься тренировками со своими животными, их воспитанием. Конструкции для тренировок собак выполнены в соответствии со всеми стандартами, подобраны профессиональными кинологами. Это не только развлечение, но это полноценный спортивный объект, с помощью которого можно готовить собак к достаточно серьезным задачам. Эта площадка для выгула собак стала местом притяжения людей по интересам. Сплачивает собаководов, создает дружелюбную атмосферу. Сюда приходят даже жители соседней деревни Тарычева. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.